Стал победителем теннисного турнира серии «Челленджер» в китайском Джухае. В финале первый номер посева со счетом 6-3 и 6-4 переиграл седьмую ракетку турнира итальянца Томаса Фабиано. Поединок продолжался 1 час 20 минут. Ранее соперники ни разу не встречались на корте. Официальные курсы валют, установленные Банком России на выходные понедельник. Доллар 59 рублей 22 копейки, евро 62 рубля 74 копейки. Анна Чернавкина. Все, что важно каждые полчаса. Спортивные события в режиме онлайн на Sport.fm. Теперь о погоде. По данным столичного гидрометеобюро, в понедельник, 13 марта, в Москве ожидается ясная погода без осадков. Температура ночью минус 6, минус 4. По области от 7 до 4 градусов ниже нуля. Днем в столице плюс 5, 7. По области от 4 до 9 градусов тепла. Ветер восточный слабый 1,3 метра в секунду. Атмосферное давление повышенное 755 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность 65%. Сейчас в столице плюс 6. Life. Здрасте, мои дорогие и любимые слушатели Sport.fm. Меня зовут Роман Щерба, и я вас призывал сегодня начать день правильно. Начните его вместе со Sport.fm, потому что сейчас с 13 до 14 у нас в гостях посол чемпионата мира, российская фотомодель, телеведущая, обладательница титул «Мисс Россия» Виктория Лопырева. Так что включайте интернет-трансляцию на сайте Sport.fm, заходите на страничку ВКонтакте Sport.fm, там есть прекрасная фотография Виктории, можете под ней оставлять ваши комментарии и, конечно же, вопросы. Конечно же, вопросы. Меня зовут Роман Щерба, 93.2 в Москве наша волна, в своих городах ищите правильные цифры, ну а в интернете по всему миру, конечно же. Естественно, подписывайтесь на все наши социальные сети, Facebook, Twitter, Instagram, Контакт и прочее. И, естественно, заходите еще в социальные сети Виктории Лопыревой, которая уже в нашей студии. Виктория, здравствуйте. Здравствуйте. Всем привет. Всем слушателям Sport.fm. В этот прекрасный солнечный день у всех хорошее настроение. Я так понимаю, что солнце в Москву у всех выходной день, но кроме нас. Да, солнце привезла я, потому что солнце следует за мной, или я за солнцем, не знаю. В Ростове-на-Дону была прекрасная погода и, конечно же, хорошее настроение, потому что всем известно, с каким счетом завершился такой грандиозный матч, как Ростов-Манчестер Юнайтед. И я думаю, что мы сегодня об этом, безусловно, поговорим. Безусловно. А вы, кстати, верили в то, что матч может так завершиться? Знаешь, без ложной скромности я могу сказать, что когда я присутствую на трибуне команды, за которую болею всей душой, команда никогда не проигрывает. Поэтому ожидать, что будет ничья, ну, в принципе, это было предсказуемо. Хотя, конечно, все хотели победы, но всегда хочется, чтобы родная команда выигрывала. А все-таки Ростов — родная команда. Я просто за кулисами нашей студии узнал от вас, Виктория, что у вас есть знакомые и по другую сторону, да, в Манчестер Юнайтед, например, тоже. Ну, безусловно, у меня очень много друзей и знакомых в футбольном мире, но мы будем говорить про официальные моменты, которые имели место. Быть в Ростове-на-Дону. Да. А так получается, что ни Ростов не выиграл, ни Манчестер не выиграл. А победила, да? Дружба. Победила дружба. Все правильно. Ну, конечно, посмотри, как одного даже Мхитаряна чествовали в Ростове-на-Дону. У нас такое количество армян живет, что этот автобус Манчестер Юнайтед просто чуть ли не на руках раскачивали после игры. И даже забитый им гол не повлиял на ту любовь, которой Генрих окружен всеми своими почитателями. Ваши вопросы, помимо уже мною названных социальных сетей, можете задавать Виктории по телефону прямого эфира 495-276-1932, 276-0932, смс-портал 5533 в начале сообщения слова «спорт», вайбер, ватсап 8925-42-93-2. Параллельно нашему разговору с Викторией проходит матч в российской футбольной премьер-лиге. Давайте не будем об этом забывать, хотя хочется иногда забыть российскую футбольную премьер-лигу и не вспоминать вообще о ней. Но как бы то ни было, «Амкар Зенит», один из лидеров нашего чемпионата, играет последних лет, а «Амкар» в нынешнем сезоне показывает прекрасную игру, еще ни разу, по-моему, не проиграл в Перми, и на этот раз не собирается этого делать. 77-я минута матча, 1-0, «Амкар»
выигрывает ни одной толковой атаки из тех минут, которые я видел в этом матче, «Зенит» не провел. И это, конечно же, удручает. Виктория, я вообще на самом деле хотел начать наш сегодняшний разговор с анализа матча «Рубин-Оренбург» вчерашнего. Ты шутишь? Да, конечно. Вот, надеюсь, вы его не видели. Не видела. Отлично. Не буду обманывать. Давайте тогда о Ростове поговорим. С удовольствием. Что за культурная программа, которую вы устроили в этом самом Ростове, которая получила международный отклик, и вся Британия была восхищена тем, что вы сделали в Ростове? На самом деле, как девушка, которая родилась в Ростове-на-Дону, и, знаешь, Ростов славится гостеприимством, хорошей погодой, добрыми, отзывчивыми, открытыми людьми, которые красивыми очень любят девушками. Гостей. Спасибо. Восприму это как комплимент в том числе. Конечно же, после фильма, который вышел на BBC, в Европе и в Англии, безусловно, такие царили негативные настроения в отношении России. Фанаты не хотели ехать, все очень опасались, переживали, говорили о том, что у нас всех бьют, всех обижают, и мы вообще не цивилизованные люди и прочее. И мне очень хотелось каким-то образом сломать этот стереотип и показать людям, что на самом деле живут здесь и хорошие, нормальные, доброжелательные, цивилизованные люди, которые уважают друг друга. И, конечно, организовав вот этот пресс-тур с английской прессой, я постаралась донести до них вот все те положительные и позитивные моменты моего города, которые у нас есть и которыми мы знамениты. В принципе, по отклику, как ты мог видеть уже, и Daily Mail, и Daily Post, и The Mirror, The Sun, вот эти все представители этих изданий поблагодарили, остались очень довольны. Будем откровенны, желтеньких таких изданий. Но Daily Mail не желтое издание ведь, нет? Daily Post тоже не особо желтая. Вот Daily Post, наверное, нет, а Daily Mail все-таки туда. Да. Вот. Да? Но они за красоту, за красоту. Вот. Так и все же за красоту. Конечно, конечно. Да, а что ж плохого в красоте? Все остались довольны поездкой на строящийся стадион. Мне было очень приятно его показывать, потому что там чистота, порядок. Мы идем с опережением графика, потому что в контракте указана дата 25 декабря. Я думаю, что стадион будет готов раньше. Нам провели подробную, красивую, интересную экскурсию. И поскольку я уже была на этом стадионе, мне было очень любопытно наблюдать, как быстро все там происходит, потому что год назад мы организовывали экскурсию для детишек из детских домов, потому что стадион, конечно, это не просто место, где будут проходить интересные футбольные зрелища во время чемпионата мира. Это и инфраструктура, где люди могут получить рабочие места. Это стадион, который будет функционировать и после чемпионата мира, безусловно. И ФК Ростов наконец-то получит достойное место для своей красивой игры, чему я очень рада. Так что очень насыщенная была программа. Плюс я обратилась в РФПЛ, чтобы они при поддержке юридической европейской службы, которая является основными их партнерами, сделали горячую линию 24-часовую для болельщиков Манчестер Юнайтед, чтобы им было не страшно. Но на самом деле ни одного обращения зафиксировано не было. Только вот все звонили, я тебе уже сказала. Спрашивали, где можно сфотографироваться. И хороший отклик получила акция, как мы ее называем, «Доброплет», этот «Gentle Fan». Мы раздавали на секторе, где были англичане, мы раздавали пледы, потому что все боялись замерзнуть, и было действительно холодно, надо сказать. Вообще англичане много чего боялись, как странно. А вот теперь не боятся. Теперь не боятся. Теперь не боятся. Я думаю, что они с таким же уважением и также хорошо примут наших фанатов в Манчестере в ответной игре. Тут много достаточно уже самого разного характера вопросов. Я даже боюсь представить. А можно мне их тоже почитать? Не стоит. Не стоит. Все так плохо? Нет, не стоит все читать, потому что мужчины, конечно же, в восторге по большей части. Вот, и очень приятно. Предлагают руку и сердце и прочие какие-то моменты. Вот. Пусть фотографии присылают. Евгений даже спрашивает, а каковы мои... Ну, самокритичен человек все-таки. Каковы мои шансы, если бы я предложил вам встречаться, такие же, как у нашей сборной в игре чемпионат мира 2018 года? Да, Евгений, отвечу вам. Жень, вы не лишены чувства юмора, это уже плюс. И мне нравятся парни с хорошим чувством юмора. Естественно, очень много вопросов про Федора Смолова, но я думаю, что мы в личные какие-то подробности не будем вдаваться. Просто можем сказать, что Федор прекрасно
прекрасный футболист. Сегодня «Спартак» Анжи играет в 16:25. А почему? Поэтому, может быть... А потому что я поеду на матч. Давайте поговорим по делу. Давайте по делу. Как вы связали свою жизнь с футболом? Так уж получается, что она как-то связалась у вас с этим видом спорта. Да, я с удовольствием расскажу эту историю. В 2007 году мне поступило предложение вести программу «Футбольная ночь». Та самая нашумевшая известная программа, копия программы, которая была на Sky, по-моему, итальянском. С Черданцевым и с Ташем Саркисяном. Я на тот момент в футболе ничего не понимала, а понимаю, что роль отведена мне была просто такой симпатичной, хлопающей глазами блондинки, которая задает... Роль была такая, чтобы эту программу смотрели, в принципе. Да, но на самом деле, без ложной скромности, я могу сейчас уже сказать, что это была самая рейтинговая спортивная программа за всю историю телевизионных спортивных шоу. Опять же, благодаря вам. Благодаря тому тандему, который был создан, потому что Черданцев, безусловно, супер профессионал своего дела, он меня очень многому научил, мы дружим, я ему очень благодарна за это, я всегда с большим уважением отношусь к профессионалам. Таш, он очень любит футбол, он многолетний поклонник футбола и очень хорошо был знаком на тот момент и сейчас с футбольным миром. И я... симпатичная такая вот мисс Россия, которая ничего в футболе на тот момент не понимала, но футбол — это такое интересное социальное явление, которое объединяет всех людей, независимо от цвета кожи, независимо от национальности, вероисповедания. Вот если ты увлекаешься футболом, если ты футбол любишь, то ты в любой стране, в любом городе найдешь себе единомышленников и всегда найдешь чем заняться, ты всегда можешь пойти на футбол. И потом Ростов — футбольный город, тоже не будем про это. Знаешь, на каком-то этапе могу сказать, что Ростов не был футбольным городом. Вот если вспоминать те громкие имена, которые были, да, ну, на тот момент, конечно, я не уверена вообще, что я смотрела футбол и что-то в этом понимала. Потом был какой-то провал. И сейчас я очень рада наблюдать эту ситуацию, что Ростов снова футбольный город. У нас полный стадион, люди живут футболом. И мы когда стояли перед началом матча сейчас с Манчестером, вот, честно говоря, у меня прямо слезы накатывались на глаза от того, что я всегда мечтала увидеть полный стадион. И то, что Манчестер Юнайтед играли с нашей командой на нашем поле, пусть даже, ну, не совсем отвечающим запросам Жозе Мауриньо, но тем не менее, это знаковое историческое событие, которое останется в памяти каждого ростовчанина навсегда. Кстати, как так получилось, Виктория, что вы одна из немногих девушек, моделей, да, которая выиграла титул «Мисс Россия», продолжаете оставаться ньюсмейкером. Вот это счастливая случайность или вы стремились к этому? Как-то вот сразу... Это очень хороший вопрос, потому после конкурса. Что, конечно, когда сейчас уже мне говорят, ну да, ты же «Мисс Россия», да, «Мисс Россия» — это тот титул, который остается с девушкой навсегда. Это как когда-то ты стал олимпийским чемпионом, и никто не может тебя этого звания лишить. Кроме ВАДА. У «Мисс России» нету подобных, видишь, моментов. На допинг вас не проверяли? Нет, не проверяли. И, конечно, в то время победить было гораздо сложнее, потому что не было ни Инстаграма, ни такого количества в социальных сетей. Девушки приезжали со всей страны, проходили жесткие отборы там у себя в городах, там какая-то 1/4, практически как в футболе. Вот. И потом уже, получив главную корону страны, ну, в течение года нужно было ходить на какие-то благотворительные мероприятия, социальные и прочее. А потом я сразу получила предложение вести передачу на одном из центральных каналов. Так, в общем-то, все и продолжилось. Понимаешь, то, что интересно в 20, конечно, в 30 уже перестает быть интересно. Это логично. Просто человек развивается, растет, у него появляются другие сферы интересов. И, в принципе, это очень закономерно. Так случилось, что я осталась в медийной среде. Стала ли я ньюсмейкером сознательно? Конечно, нет. Так случилось. Говорят еще, что вы, несмотря на всю свою популярность, многочисленных поклонников, подписчиков и прочих людей, следящих за вашей карьерой, при этом в жизни остаетесь достаточно скромной и звездной болезнью не страдаете. Так ли это? Знаешь, я могла бы сейчас пошутить и сказать, я не страдаю, потому что она у меня от рождения, у меня прививка. Но если быть серьезной, я надеюсь, вот если так говорят, то это очень приятно. Я не знаю, я вас спрашиваю.
Мне сложно объективно себя оценить, но я стараюсь жить той жизнью и оставаться такой же, чтобы мои родители продолжали мной гордиться и чтобы мне было за меня стыдно. Но я надеюсь, они мной гордятся. Да, юноши, мужчины вот пишут просто, как получить ваш автограф. Я к этому вопрос задаю. Автограф? Да, где приходите его? Сегодня на футбол, и это вполне возможно может произойти. Да. Ну, я еще буду некоторыми вот сообщениями разбавлять наш эфир. Конечно. Опять же. Я очень люблю взаимодействовать с нашими подписчиками, зрителями, слушателями. Я их очень люблю. Так. Спасибо вам, что вы есть. Все прилагательные собрал практически Ростик Орлов. Красивая, выразительная, несравненная, божественная, сексуальная, очаровательная, сногсшибательная, прекрасная. Можно рекламу прямо сейчас? Ростик, не останавливайтесь. Вот. Как относитесь к Марку Ройсу? Есть и такие вопросы от Влада, например. Вы знаете, кто это? Хорошо, ну нормально, да, конечно. Футболист Дортмундской Баруси. Не, он попал на обложку FIFA 2017. Симпатичный парень? Да. Супер. Вот это главное его качество. И почему он, собственно, попал на обложку FIFA 2017. Есть у нас еще один вопрос, который необходимо обсудить по поводу билетной программы на Кубок Конфедерации. Ой, да. На самом Давайте деле несколько слов скажем это об очень этом. Важный вопрос, потому что я получаю очень много писем, очень много вопросов с тем, как попасть на Кубок Конфедерации, где можно купить билет и так далее. Значит, рассказываю. Нужно пойти на сайт FIFA. Там есть такой раздел «Билеты». Там можно получить всю необходимую информацию. Как будет осуществляться проход на стадион? Вы не можете попасть на стадион, если вы заранее не оформили свой фан-айди. Это очень-очень важно. И будьте, пожалуйста, внимательны, чтобы в последний момент у вас не возникало каких-то проблем. Для иностранных граждан будет возможен въезд без визы, что тоже очень важно, потому что в Россию визу получить, все мы знаем, не так просто. И именно на игры Кубка Конфедерации можно будет приехать именно на эти игры, не получая визу. Вот. И еще хочу добавить, что осуществились сейчас опять продажи, возобновились на Кубок Конфедерации с 1 марта 2017 года. Так что спешите, покупайте билеты, и 4 наших прекрасных города, Казань, Сочи, Санкт-Петербург и Москва, ждут вас. И красивый футбол, конечно. А в Санкт-Петербурге побывали на стадионе? На новом? Да. Нет. Не были еще? Еще не была. Мне просто интересно, вот вы выглядите хорошо, да? Ну, можно даже сказать дорого, хотя, может быть, это будет ошибка, да, с моей стороны. Вот. Выглядит ли стадион в Санкт-Петербурге на сколько там миллиардов рублей? А давайте спросим наших слушателей. Я думаю, что они скажут нет. Нет? Про вас да, а про стадион нет. А, ребят, как вы считаете, стадион в Санкт-Петербурге выглядит дорого? Ответы присылайте. Да. У нас в гостях, напомню, Виктория Лопырева, российская фотомодель, телеведущая, обладательница титула «Мисс Россия», посол, чемпионат мира 2018 года, который пройдет в нашей стране. Кстати, у вас нет никаких сомнений, что он пройдет в нашей стране? У меня нету ни единого сомнения, что он пройдет в нашей стране. Даже английских правителей футбольных мы уже склонили, да, на нашу сторону. Весь мир будет на нашей стороне. Да, побольше бы таких послов чемпионата мира. Спасибо. Да. Телефоны прямого эфира, на всякий случай, еще раз повторю, 495-276-1932, 276-0932, смс-портал 5533 в начале сообщения, слово «спорт», вайбер, ватсап, 892-542-93-2. Конечно, очень сложно здесь сейчас идентифицировать какие-то полезные вопросы, но попробуем все-таки. Да, так. День начался в 6 утра, конечно же, со «Спорт-ФМ». Как-то спрашивал Романа, чем же занимается посол чемпионата мира. Теперь есть возможность получить ответ. Ну вот, собственно, мы все, что я вам сейчас рассказала, это был всего лишь один день из жизни посла чемпионата мира, который живет своей миссией и обожает футбол. Тогда другой вопрос, более-менее в тему тоже стадионов. Я вот был в Ростове на стадионе, мне очень не понравилось. Везде мусор, грязь. Я очень прошу Викторию обратиться к болельщикам, чтобы они не портили стадион. Очень печальное зрелище. Дорогие болельщики ФК «Ростов», у меня убедительная просьба. Не мусорьте на стадионе, чтобы нам не было стыдно перед нашими гостями. Спасибо. А в городе Ростове не звучит это объявление из рупоров еще? Ну, на самом деле, я не наблюдала никакого такого сверхмусора, чего можно было бы не видеть на других стадионах. Все-таки футбол — это такое эмоциональное зрелище, событие, и, конечно, люди что-то там с собой приносят. Так что, ну, конечно, я всегда за чистоту и порядок, но
требовать идеальной чистоты, наверное, невозможно. Ну, на новом стадионе исключено будет семечки, какие-то еще какие-то другие моменты. Сложно сейчас сказать. Хотелось бы сначала, чтобы стадион был построен, потом, чтобы облагородили территорию, потом, чтобы мы достойно приняли Кубок Конфедерации, а потом будем заниматься вопросом семечек. Отлично. Рахим Джайрханов, город Грозный. Здравствуйте, Виктория. Салам алейкум. Любите ли вы читать книги? Какую литературу могли бы посоветовать? Я люблю читать. У меня так сложилось, что дедушка собрал огромную библиотеку. Я очень рано начала читать и, в принципе, делаю это регулярно. Конечно, не могу сейчас похвастаться, что читаю так часто, как раньше и как хотелось бы, просто из-за отсутствия времени и потому что телефон занимает у нас у всех огромное количество просто свободного времени, съедается. Сейчас уже даже в самолетах во многих есть интернет, и заставить себя отложить этот средств связи практически невозможно. Я люблю разную литературу, ну, всю какую-то классику известную я прочитала еще будучи ученицей в школе, потом студенткой в университете. Сейчас интересно читать какие-то уже такие книги более серьезные, скажем так, психологические, либо какие-то мотивационные. Так, идем дальше. Напомню, что у нас в гостях Виктория Лопырева. Задавайте ей свои вопросы. Вы достаточно давно уже в столице, давно. В Москве, да. А вы помните еще, чем ростовчанки отличаются от москвичей? Есть честно какая-то говоря, разница? Да, я могу сказать, что ростовчанка даже с утра за хлебом идет при полном параде. А Москва такой большой город, что, в принципе, можно одеть темные очки, кроссовки. В Москве они просто не ходят за хлебом. Ну, ездят, хлеб, да. Нет, его просто привозят домой. Хлеб привозят домой. Конечно. Нет, но если быть серьезной, то ростовчанки всегда славились тем, что девушки всегда следят за собой, всегда красивые, всегда нарядные. Вообще, любо-дорого смотреть. Я сейчас была в Ростове, и у меня глаза порадовались. Да, и у всех мужчин тоже. 100%. Когда они приезжают на юг и забывают, как безымянный, да, это палец называется? Забывают вот да, где у тебя кольцо, да, это безымянный. Вот, забывают, что он существует, этот палец. Ну, неважно, и что на нем надето. Да, а есть ли у вас, Виктория, настоящие подруги? Да, у меня есть настоящие подруги. Я в этом плане очень счастливый человек. Конечно, невозможно сказать, что их очень много, потому что настоящих друзей много не бывает. Но несмотря на то, что всю жизнь я больше дружила с мальчиками и, в принципе, продолжаю это делать, у меня есть настоящие это подруги, девушки, с которыми мы дружим очень много лет. Это дружба, проверенная годами. Они не из медийной сферы. Это все девушки, которые занимаются другими... У кого-то бизнес, у кого-то семья, у кого-то еще что-то. И мы очень близки. Я их очень люблю. А про стадион в Санкт-Петербурге пишут нам, что стадион обошелся бы намного дешевле, если бы не воровали. А так стадион ни о чем. Стадион не стоит 43 миллиарда. Ну и прочее. Я же говорю, что многим не нравится стадион в Санкт-Петербурге. И особенно его стоимость. Александр Петров. И давайте, наверное, пока прервемся на рекламу и выпуск новостей, после вот этого сообщения. Голос красивый. Про пледы, огонь, идея. Спасибо. Да. Александр Петров на страничке ВКонтакте написал такое сообщение. У нас заканчивается матч в Перми. Амкар «Зенит». Счет 1-0. 5 минут было добавлено к основному времени матча. И эти 5 минут Амкар проводит в атаке. Имеет возможность прямо сейчас забить второй мяч. Будет ли свисток? Да, свисток к окончанию матча дан. И Амкар побеждает Санкт-Петербургский «Зенит» со счетом 1-0. Напомню, что у нас в гостях Виктория Лопырева, посол чемпионата мира 2018 года. Мы прервемся на небольшую рекламу и новости, после чего вернемся и продолжим наш разговор. Оставайтесь на волнах «Спорт-ФМ». Что делать, если? Что делать, если по утрам? Что делать, если тренировки? Что делать? Что делать? Что делать? Что делать? Что делать, если за 8 часов сна я не успеваю восстановиться? Инновационный центр Олимпийского комитета рекомендует.
Если говорить о количестве часов сна, то для каждого индивидуально есть свое количество часов сна, за которые вы можете восстановиться. И это зависит от большого количества факторов. Это может зависеть от времени года, это может зависеть от количества стрессов, физической нагрузки, которая в данный момент оказывается на организм. Таким образом, учитывая все эти факторы, вы можете понять, сколько часов сна вам оптимально для восстановления. Времена года также влияют на количество часов. Летом хочется спать меньше, зимой хочется спать больше. И иногда действительно нужно дать себе поблажку и поспать больше 10 часов. Иногда хватает 4-6 часов для того, чтобы полностью восстановиться. Соответственно, необходимо, во-первых, максимально увеличивать качество сна. Это можно делать, во-первых, правильной подготовкой ко сну, расслабляться, выключать все мобильные устройства и гаджеты. И делать различные физические упражнения за 2-3 часа до сна помогает перейти сразу в более глубоким фазам сна. И также правильно организованное пространство помогает лучше восстановиться. И простые советы — это чтобы воздух циркулировал правильно, постельное белье было комфортным, шума не было постороннего, телефон был всегда выключен, и никто не мог побеспокоить. Все эти параметры тоже влияют на качество сна и на глубину сна. Ирина Зеленкова, ведущий специалист инновационного центра ОКР, кандидат медицинских наук. Рекомендации лучших специалистов страны в области профессиональной подготовки спортсменов слушай каждый день на Sport.fm. 100 лет в истории спорта на Sport.fm. 1959 год. Кубинские повстанцы во главе с Фиделем Кастро свергают правительство диктатора Батисты. Советский Союз запускает первую межпланетную станцию под названием «Луна-1». Компания «Ксерокс» начинает производство копировального аппарата для документов. А в это время... Молодежь со всего мира собирается в Турине. Италия готовится принимать Олимпийские игры в Риме. И за год до этого в качестве своеобразной репетиции состоятся Всемирные игры студентов. Они получат звучное название «Универсиада» и станут проходить регулярно. Идея студенческих соревнований к тому времени уже не была новой. Ведь спортивные старты проводились, например, в рамках фестиваля молодежи и студентов. Однако масштаб тогда был значительно меньше. Уже первая «Универсиада» имела насыщенную программу из 7 видов спорта. А в наши дни она уже не уступает по разнообразию своей старшей сестре «Олимпиаде». «Универсиады» проходят раз в 2 года – летом и зимой. Здравствуйте, это Мария Киселева. Вы слушаете Sport.fm. Эллинджер в одиночном разряде в карьере. Официальные курсы валют, установленные Банком России на выходные и понедельник, доллар 59 рублей 22 копейки, евро 62 рубля 74 копейки. Анна Чернавкина, все, что важно, каждые полчаса спортивные события в режиме онлайн на Sport.fm. Информация о дорожной ситуации. По данным портала Яндекс Пробки, 2 балла сейчас на столичных трассах. Наибольшее затруднение на 1 час 4 минуты на улице Верхние Поля от улицы Капотни до МКАД. 48 минут придется простоять на МКАД с внутренней стороны от Носовихинского шоссе до Белой дачи. 40 минут там же на Носовихинском шоссе от проспекта Жуковского до реки Чичора. 35 минут на Новоегорьевском шоссе от станции Аничкина до МКАД и на Волоколамском шоссе от улицы Народного ополчения до Речной. Спорт без перерыва. Это программа выходного дня «Спортлайф». Меня зовут Роман Щербов. Мы работаем в прямом эфире. Вы слушаете «Спорт-ФМ» 93.2 в Москве. В своих городах ищите нашу волну в интернете по всему миру. Время московское 13 часов 34 минуты. Я напомню, что совместно с оргкомитетом турнира, то есть чемпионата мира, Кубка Конфедерации, «Спорт-ФМ» запустил программу, и к нам каждую неделю приходят послы чемпионат мира. Люди абсолютно разных профессий, объединенные, естественно, любовью к футболу. Были уже в гостях известный музыкант Денис Мацу, Дмитрий Булыкин. И вот сегодня добралась до нас Виктория Лопырева, российская телеведущая, фотомодель, обладательница титула «Мисс Мира». Ну и можно посол чемпионата мира тоже назвать титулом каким? В смысле? Пожалуйста. Хочешь титул мне придумать? Да. Давай. Какой? Посол чемпионата мира.
посол чемпионата. Ну, это... Посол чемпионата мира. Да, вы гордитесь это... все то, что да, вы посол. Для меня большая гордость. Потому что я патриот своей страны, я очень люблю Россию. И здорово, это просто специально для меня придумано. Люблю футбол, люблю Россию. Очень многие просто скептически относятся к всем этим должностям, да, к, да? На взгляд. Ну, знаешь, сидя на диване, вообще можно скептически относиться к работе любого человека, а тем более, когда люди, возможно, недопонимают и не совсем понимают, с чем связана деятельность, и какой образ жизни, какой график, какие цели и задачи у этого человека, очень легко критиковать. А вот когда случается такой результат, люди подходят, говорят спасибо, обнимают тебя на улицах, и с благодарностью относятся к тому, что ты делаешь. Поэтому здесь, я думаю, вопрос времени. И я всю жизнь борюсь с какими-то стереотипами. Эта девушка в футболе один из них, и я думаю, что с ним разберемся. А давайте мы, знаете, что сделаем, друзья мои? Я так понимаю, что вы стесняетесь звонить в прямой эфир и спрашивать... А вот Денис Глушаков не стесняется нас слушать, и я хочу передать ему привет, моему земляку, потому что он только что прислал мне СМС, что он слушает. Денис сегодня играет? Денис, ты сегодня играешь? Пришли СМС. Денис сегодня не попадет в стартовый состав и вообще не попадет в заявку. Почему? У него травма. О, бро, выздоравливай. Желаем крепчайшего здоровья. Смотри, он что-то пишет. Земляку. Нет, Викторию. Не играет. Выздоравливай, пожалуйста. Мы всей страной тебе желаем здоровья. Вот. Прекрасно. Денис Глушаков. Что еще делать футболисту в выходной день? А вот Эдик Безуглов тоже слушает нас. Это врач сборной России по футболу, который недавно выпустил замечательную книжку. Говорит, вот все по делу говоришь, слушать приятно. Эдик, большое спасибо. А ты все по делу написал в своей книге. Очень приятно было читать. И то, что мой отзыв на обложке, это тоже приятно. Кстати говоря, Эдуард Безуглов совсем недавно в РФС проводил семинар для тренеров по физподготовке клубов российской футбольной премьер-лиги и давал им какие-то, не то чтобы указания, но пытался как-то сформировать их мнение о том, что совсем скоро нам играть Кубок Конфедерации, Чемпионат мира, и подготовка футболистов, которые привлекаются в сборную, должна быть соответствующей, чтобы они мало ли там не получили травму, как вот Денис Глушаков, например, или какие-то прочие моменты. Денис написал, что он едет на матч. Я так понимаю, что он будет болеть на стадионе за родную команду. И вот если мы говорим о том, что Эдик Безуглов может подготовить врачей, как правильно да, подготовить игроков, то я хотела бы всех в очередной раз призвать стать волонтерами на время Кубка Конфедерации и Чемпионата мира. Потому что очень важно то, как мы примем иностранных гостей. Очень важно, как потом будет развиваться туристический сектор Российской Федерации. Потому что это огромная хорошая возможность показать иностранцам, что Россия — это страна благоприятная к посещению не только из-за футбола, но и просто потому, что нам действительно есть что показать. У нас такое историческое наследие, у нас столько красивых мест. Нам действительно есть чем поделиться, есть что показать. И, конечно же, во многом это зависит от каждого из нас, от каждого россиянина. И очень хочу воспользоваться этим эфиром и пожелать удачи 16 марта клубу Ростов в ответной игре в Манчестере. А вы не поедете? Я очень хочу. Там, если получится, не знаю, у меня 16 числа еще премьера фильма, где я снималась. И вот надо... Слушайте, а как у вас на все хватает времени? Давайте вот сейчас серьезный вопрос задаю. Самый серьезный из сегодняшнего эфира. А где найти в сутках столько времени? Просто все, что я делаю с огромным желанием, с огромной страстью. И когда я вижу результат, то это дает мне еще больше сил, еще быстрее передвигаться в пространстве, менять страны, континенты, города и делать то, что я, чем я занимаюсь. Александр, да, у нас есть по телефону. Александр, я хотел предложить первому дозвонившемуся сегодня журнал «Максим» 2014 года. Да, ну, там с Викторией Лопаревой на обложке в качестве подарка и с подписью Виктории. Хотите, огонь, Александр? Да, спасибо большое. Спасибо. Давайте тогда корректный вопрос. Я понимаю, что вы мужчина, да, и восхищены, да, и все прочие дела. Я уже, в принципе, дела. Вопрос свой задал в конце. Вы ответили. Я просто хотел дозвониться хоть раз на ваше радио, сказать вам все, что вы молодцы. Я болельщик красно-синих, и вот Глушаков нас слушает. Я хочу сказать, что, ребята, вы показываете лучшую игру в этом сезоне. Мне очень приятно смотреть на это. Ну, а Виктории, в принципе, могу пожелать только
самого наилучшего. И единственный вопрос, который можно задать, это что входит в обязанности посла и так далее, как на вас вышли в связи с этим. Саш, вот. Вы внимательно слушали вот все эти 40 минут, которые мы уже разговариваем я в эфире. Думаю, я вам нет. рассказала один день из жизни посла чемпионата мира. И вы сейчас задаете мне этот вопрос. Хорошо, я отвечу еще раз. Задача каждого посла чемпионата мира — формировать положительный образ нашей страны за рубежом. Также заниматься организацией правильной программы для наших иностранных гостей. Повышать инвестиционную привлекательность региона, от которого ты являешься послом. Делать все возможное, чтобы популяризировать футбол и доносить до людей, что футбол — это уникальное социальное, спортивное, можно сказать, понятие, которое сближает и объединяет людей, независимо от цвета кожи, вероисповедания, возраста и рода деятельности. Я ответила на ваш вопрос? Судя по молчанию, да. Саша испугался и положил трубку. Саша согласился с нами. Михаил, здравствуйте. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Виктория, принцесса, вы наша, всероссийская. Вау, спасибо. У меня такой вопрос, а за какой вы клуб болеете в РФПЛ? Я могу сказать, Михаил, что поскольку я из Ростова-на-Дону, конечно, я поддерживаю свой родной клуб Ростов. Тут много вопросов, за какой клуб переживаете, а есть еще вот такой, с небольшим уточнением. Есть ли у вас любимая футбольная команда среди иностранных клубов? Барселона. Есть. Можно мы не будем говорить про иностранные команды? Потому что есть, конечно, у меня, я могу сказать, что несколько клубов, за которые я переживаю, и на матчи, которых я летаю, но здесь примешивается всегда личная составляющая, потому что я часто болею не просто за клубы, я болею за своих друзей, которые играют в этих клубах. Вот как-то так. Тогда не будем их называть, да? Ну нет. Хорошо. А то, как ты правильно уже назвал меня ньюсмейкером, завтра все заголовки будут не про Кубок Конфедерации, а про то, с кем меня связывают личные отношения. Тут просят, чтобы как-то мотивационный дух поднять наших футболистов, чтобы вы чаще с ними общались. Вот связывают один из лучших сезонов Федора Смолова, потому что он как-то с вами имел какие-то отношения. Какие-то. Брачные отношения имел, да. Федор Смолов со мной. Вот, и стал лучше играть. Может быть. Я пытаюсь просто находить слова. Да, я могу сказать, что безусловно, я была тем человеком, который верил в Федю всегда, даже тогда, когда он сидел на скамейке запасных, ему не давали играть, он не забивал, находился в достаточно непростом моральном состоянии, и, пожалуй, только его родители, я и его агент, это были те люди, которые находились рядом, подбадривали его, верили в него и делали все возможное, чтобы он заиграл. И мне безумно приятно видеть этот результат. Потому что, ну, конечно, доброжелатели начинают говорить о том, что он заиграл уже после того, как мы расстались, что не является правдой, потому что заиграл он как раз-таки в Урале, где мы вместе жили в Екатеринбурге. Но суть не в этом. Суть в том, что сейчас он показывает классные результаты. Я за него очень рада. И я считаю, что он наконец-таки раскрыл свой потенциал и доказал всем, кто в него не верил, и показал нам, на что он способен, тем людям, которые верили в него больше всех. Так вот, как поднять дух наших футболистов. Как поднять дух наших футболистов? Со Смоловым справились. Да, остальные? Где Кокорин? Где сегодня был Кокорин в Перми? Это вопрос не ко мне. А кому? Я к нему не имею никакого отношения. Девушку знаете его? Я думаю, знаю, кто это, да. Я думаю, что вот с ней поговорите. Я не могу за всех отвечать. Мне кажется, что... Может быть, поднять им зарплаты повыше? Да, тогда... еще давай, да, повыше поднимем, да, да, вот. Но... А тогда можно вообще на стадион не приходить. Кому, им или нам? Да не им, не нам. И закрыть футбол? Да, пусть люди получают хорошие зарплаты. И все, и закончим на этом. На самом деле, мне кажется, что просто нужна максимальная концентрация. Нужно жить футболом, нужно любить футбол, безусловно. Но здесь замкнутый круг, понимаешь? Пока они говорят, нету полных стадионов, нету мотивации. Полные стадионы не будут собираться, пока не будет крутого футбола. И с чего здесь начать? Я думаю, начать нужно с детского футбола, с поддержки детского футбола, с открытия правильных детских школ, где будут
растить таланты, которые будут плавно потом переходить в какие-то ведущие клубы. С самого начала это не будут какие-то огромные зарплаты. В общем, я сейчас не скажу ничего оригинального. Мы все понимаем, все знаем. Вот. А парням просто пожелаем хорошей игры. Это хорошо, конечно же. А как вот сейчас есть, ну, сложившаяся система, да, при которой мы имеем не самые хорошие результаты в профессиональном футболе, в детско-юношеском футболе у нас тоже есть некоторые проблемы. Мы не можем подготовить смену Василию Березуцкому, и накануне все плачем горькими слезами, когда Василий объявляет о том, что он приостанавливает свои выступления за сборную. Как такое вообще возможно, что нам его некем поменять, заменить? Хотя, это казалось, печально. Это печально. Вот как эту систему сейчас взять, разрушить и на ее основании построить что-то новое? Есть такие... Дорогой, мне кажется, тебе для решения этих вопросов нужно приглашать людей, которые ответственны за эти моменты. Они не готовы на эту тему общаться с нами, Виктория. Я вам больше скажу, от того, им запретили говорить. А потому что мы с тобой пообщаемся на эту тему. Всем плевать, да? Я не думаю, что мы что-то можем изменить. Поэтому стоит ли тратить эфирное время? Доброжелатели сбрасывают нам фотографии в WhatsApp, Viber, где Виктория с Пепом Гвардиолой. Красивая фотография, правда? Красивая. И Пеп такой, ничего. Ничего. Незамученный жизнью и футболом на вашем фоне. Весьма свеж. Да. Я рада, что нашим читателям нравится это фото. Так, добрый день. Вопрос Виктории. Она была когда-нибудь на матчах любительской футбольной лиги Москвы? Нет, по-моему, не была. Любительская? Нет, подожди, я там была... Там сейчас очень много недавно... футболистов профессиональных подожди, выступает. Подожди, я недавно Сычев была на каком-то турнире, даже... Как же он назывался? Все. Любительский футбол? Все с памятью турнир моей, какой-то. Все стало плохо. Да, любительский футбол. Я даже тебе, если ты мне дашь сейчас пару минут... Давайте мы услышим Алексея, даже. Может быть, он нам даст пару Леш, минут. Расскажите пока вы что-нибудь. Алексей, здравствуйте. Здравствуйте, Роман. Здравствуйте, Виктория. Алексей из Липецка, болельщик «Спартака». Очень хорошо. У меня вопрос по поводу «Спартака». Как Виктория считает, станет ли «Спартак» чемпионом? И любит ли Виктория хоккей? К хоккею, ну, нормально отношусь. Но, конечно, футбол люблю гораздо больше, безусловно. А почему? Потому что на хоккее холодно? Да, как ты догадался. Легко. Вижу насквозь. Да, не люблю холод. Вот. А что касается «Спартака», вообще, если говорить серьезно, то, в принципе, в нашем футболе, да и в любом, наблюдается некая цикличность. И у «Спартака», в принципе, сейчас есть объективно шансы стать чемпионом, просто потому что так много было неудач, так много было проблем и всего, что сейчас то, что клуб поднимается и поднимается и показывает такие хорошие результаты, это говорит о том, что шансы, в принципе, вполне возможно есть. Вот, я вспомнила, где я была. Турнир по любительскому футболу «Кубок кубков». Ничего себе. Вот там я была. И, кстати, вот даже написала у себя в Инстаграме, что то, с каким энтузиазмом и азартом парни из разных городов и социальных сфер играют в футбол, вызывает восхищение и заслуживает самой высокой похвалы. Это в Москве был турнир? Да, это был в Москве турнир. Ребята, кто был на этом турнире, видел 12 Викторию? Декабря. Вот, я была там. Делитесь своими впечатлениями. Не от футбола, а от увиденного. Приглашаем Викторию в четверг 22:30 с Чертанова поболеть. Нет, ребята, нет, не надо. Иначе футбола точно не будет. Это, видимо... А вообще, знаешь, если вернуться к теме того, что нужно делать, вот как говорят, вот у вас газон не такой, да? Ну так, чтобы газон был такой, как в Англии. Вот 200 лет нужно правильно подстригать и ухаживать за ним. Я думаю, то же самое касается футбола. Резко изменений произойти не сможет. Но если системно подходить к вопросам и шаг за шагом что-то делать, то в итоге мы получим очень достойный, хороший состав, который будет выступать за нашу страну и за наши клубы. Человек поменял мнение о вас, Виктория, по ходу нашего сегодняшнего эфира. Это тоже важно. Относился, ну, как к фотомодели, а теперь слушаю, очень даже умная, интеллектуальная, к тому же симпатичная. Спасибо большое. Представляете, как вы меняете отношение к себе благодаря... Надо вот чаще к вам ходить на эфиры, быть. Обязательно. Может ли Федор покорить Европу, по вашему мнению? Опять же, вопрос про Смолова. Он может попробовать... Посмотрим.
В принципе, я считаю, что когда наши игроки играют в европейских клубах, они, безусловно, повышают квалификацию, что в целом укрепляет состав сборной. И я вижу даже в этом определенную и проблему, что наши игроки за рубежом не играют, да? Они не могут набраться, может быть, вот того опыта. Так что, может быть, Федя будет одним из них. Посмотрим. Сергей. Сергей, здравствуйте. Добрый день. Добрый. Скажите, пожалуйста, Виктория, здравствуйте. Вопросик вот вам хотел задать. Соседи с Челябинска, вот Екатеринбург, соседи, просто как бы, как вы относились к Екатеринбургу в это время, когда играл там Федор, да, этот вопрос? Ну, как вообще Екатеринбург, как да я обожаю Екатеринбург, вы что? Обожаю просто. Серьезно. И хотел еще один вопросик задать. Как вы относитесь вообще на Урале? Что нужно сделать, чтобы футбол развивался на Урале? Как-то на уровне Федерации футбола нужно как-то или стадионы, больше стадионов строить вообще? Как вот это? Спасибо. Так, я могу сказать, что я действительно сейчас без иронии говорю о том, что я очень люблю город Екатеринбург, который, несмотря на суровый климат и достаточно прохладную погоду, очень тепло нас в тот момент принял. Потому что мы переехали, я помню, буквально за один день. Мы еще 31 числа собирались куда-то в Грецию ехать отдыхать, а 1 сентября уже были в Екатеринбурге. Я помню, я вот так сидела, и Федор мне говорит, а чего ты не раздеваешься? Я говорю, я буду спать в одежде, потому что это было 1 сентября. Сентября, а погода была плюс 8, и было очень холодно. Но касательно теплоты людей и вот той атмосферы, которая царила, это, конечно, потрясающе. Ну, а что касается, что поменять, ребят, ну, погоду не поменяешь, да, все-таки в таких климатических условиях играть на улице сложно, когда все завалено снегом. Mm-hmm. Потому что я помню эти матчи, которые там приезжает команда, и утром еще показывают газон, который просто в сугробах, и его каким-то образом чистят непосредственно к игре. Это не совсем правильно, а играть в манеже очень тяжело для самих футболистов, потому что играть на искусственном, понятно, что это дополнительно дополнительные травмы, нагрузка на суставы, тяжело дышать. Опять же, я все это знаю, потому что на тот момент муж играл. Поэтому что надо делать? Надо продолжать играть в футбол, любить футбол, делать все возможное, чтобы как-то все наладилось. Артем пишет, Виктория, у вас сохранился милый ростовский говор. Я просто только что из Ростова, и я цепляю все моментально сразу акценты. То есть, если я сейчас поеду в Америку и потом вернусь, вы скажете, что у меня американский акцент. А что за мужчина сидит с Викой? Мужчина — это я. Не обращайтесь. Больше в студии никого нет. Это неправда. Здесь никого. Наблюдающий за наблюдающими. Здесь никого нет. Так, идем дальше. Вопросов, ребят, извините, да, простите, всей душой с вами, конечно же. Не успеваешь читать? Нет, да, их очень много, и я не могу идентифицировать все. Ребят, пишите мне в Твиттер, я постараюсь вам ответить. Лопырева Вика. Уже за эфиром, по всей видимости. Пожалуйста, да. Общаемся. Какой был у вас самый авантюрный поступок в жизни? Я прыгнула с парашютом. Один раз? Нет, 7. Я повторяла. Повторяла свои поступки. Это была моя мечта. Я хотела прыгнуть с парашютом в 16 лет, но пришла к своим родителям, и они взяли с меня слово, что я этого не сделаю. И поскольку меня воспитали так, что если я дала слово, то я, соответственно, этого делать не могу, я дала где-то 10 лет, потом уже позвонила маме и сказала, я собираюсь прыгнуть с парашютом. Она была категорически против, я все-таки это сделала. И первым делом, когда приземлилась, позвонила и говорю, это так круто. Она говорит, что, ты это сделала? Да, ну рассказывай. И потом повторяли. Повторяла, повторяла. И буду повторять. Понравилось, да. А какие я ощущения? Любитель острых ощущений, поэтому это прям мне то, что доктор прописал. Круто. А можете микрофон чуть поднять повыше? Вот так, да. Так будет лучше? Так будет лучше звучать. Хорошо. Да. Не будет цеплять всякие посторонние шумы. Так, Виктория, какие у вас отношения с РФС, с Российским футбольным союзом? Профессиональные. Исключительно. Так, ребят, заканчиваете, у вас высокие рейтинги, словно. Вика окончила музыкальную школу по классу фортепиано. Остались навыки, умеет ли она играть на фортепиано? Я 7 лет училась в музыкальной школе, поэтому да, конечно. Вы не думали стать футболисткой? Прям вот блиц пошел сейчас, вот все вопросы нет, подряд были. Не думала, потому что люблю смотреть, как мальчики играют в футбол. А какие-то девчачьи виды спорта вам нравятся? Нет, я вообще
мне кажется, могла бы мальчиком родиться, и тогда я была бы лучшим нападающим в мире. Я бы просто зубами бы мяч заносила в ворота. Все-таки нападающий? Нападающий, 100%, да. Не защитник? И уж тем более не полузащитник, да? Как и тем более не голкипер. Окей, так. Последняя небольшая просьба. Передайте, пожалуйста, привет Грозному. Грозный, я передаю вам большой привет. Господи, я сейчас все население Грозного просто выключил радиоприемники и все, и начал, не знаю, что делать. Здравствуйте, Роман, Виктория. Виктория, сколько языков вы знаете? Я знаю английских неплохо и учу испанский. Испанский? Угу. Почему? Испанский. Второй язык в футболе. Я просто тоже учу испанский. Как успехи, Виктория? Так себе. Пожалуй, закроем это тем, чтобы меня спросили, какие успехи. Какие успехи у вас, Роман? У меня тоже так. Могу считать до 10. Gracias. Да надо. Так, как справляетесь с такой красотой? Это сейчас к тебе вопрос или ко мне? Нет, я скромен. К вам, конечно. Ну, так, может быть, к тебе вопрос, как ты сейчас справляешься с этой ситуацией? С трудом. Держу руки на столе. Я привыкла. Простите. Ладно, я вообще еще, знаете, что хотела сказать? Я хотела сказать вообще в защиту футбола в нашей стране, что я уверена, что в нашей стране очень много талантливых, потенциальных футболистов, очень много талантливых ребят. Просто нужно придумать, как эти таланты находить, чтобы они могли реализовывать свои возможности. Потому что мне кажется, что у многих просто нет шанса даже показать себя тренеру и показать свои способности. А ведь это интересно, действительно, потому что вот Виктор Гончаренко, новый главный тренер ЦСКА, в межсезонье наигрывал молодежь, скажем так, в составе. При этом накануне в матче против Томи, где, понятное дело, что ЦСКА должен был забирать 3 очка, он выпускает Арона Аланары, еще каких-то людей, которые не имеют ни отношения никакого к российскому футболу. А где те молодые, которых наигрывали зимой, спрашиваю? Ну, здесь уже вопрос к тренеру, потому что он все равно всегда лучше знает, в какой форме находятся игроки, кто травмирован, кто в каком настроении и прочее. Здесь я скорее говорю о глобальной ситуации. Я говорю о том, что детей много, которые могут, из которых получатся хорошие футболисты, которые придут на смену уже каким-то мастодонтам, да, те, которые у нас есть, известные. Но просто как этих детей найти? Вот мне это интересно. Не надо искать, мне кажется. Кажется, в школах, детских, юношеских... Да, но чтобы прийти на показ в школу, ты считаешь, что это все так просто происходит? Я не думаю. Я думаю, что огромное количество детей, у которых просто физически нет возможности попасть на показ к тренеру. Это серьезная проблема, которой надо заниматься. Из регионов? Да? Да. Потому что, может, очень много талантливых, очень много самородков, очень много трудолюбивых детей, которые вполне возможно могут составить достойную, ну не то чтобы конкуренцию, но достойную команду в будущем. Но просто нужно организовать этот процесс. Но это уже, опять же, вопрос к тем, кто этим занимается. Какие мужчины вам нравятся? Великодушные. Великодушные. Коротко и ясно. Не будем рассказывать. Это понятие включает в себя все. Мужчина должен быть мужчиной. Николай, вижу у вас вопрос по поводу Дианы Шурыгиной, но боюсь, или как Шургиной. Знаете, кто это? Вот по Первому каналу какая-то дама молодая. Ну, Николай, я просто не в теме, поэтому даже если Виктория знает об этой девочке, то мы эту тему никак им образом не разовьем. Ну, я что не же. Знаю, о чем речь. Вообще не знаю, о чем речь, и это правильно. Виктория Лопырева была с нами час в эфире на Sport.fm. Это здорово. Российская телеведущая, посол чемпионата мира 2018 года, Мисс Россия. Мисс Россия. Спасибо за приглашение. Была, есть и остается. И спасибо всем тем, кто нас слушал, и всем тем, кто не безразличен к теме футбола.
как общение с Гвардиолой. Я вам так скажу, Гвардиоле понравилось. Вот и все. Спасибо, Виктория, что пришли. Далее у нас Сергей Алексеев. Будем разбираться с киберфутболом, друзья мои. Вы знаете, что российская футбольная премьер-лига сейчас этот проект очень серьезно двигает в массу. Посмотрим, что уже удалось сделать и что будет в дальнейшем. Виктория, спасибо, приходите еще. Спасибо. Вам удачи, успехов и